Всем залил себе вот такое масло с двумя точками касания. Посмотрим, как оно будет. Ну вот сейчас вот минус 24 было ночью. Всю ночь это маслице лежало на улице. Сейчас покажу, где оно. Вот видите, где-то вот здесь вот оно вот. Вот так вот оно нальется. Я надеюсь, видно. Вот так вот. Вот. Ну не суть. В общем, поменял это масло меньше 1000 километров назад. Вот так вот оно выглядит в данный момент, светленькое на бумажке. Но скажу однозначно, что Лукойл при такой температуре был намного жиже. Ну, Лукойл, Liqui Moly я лил 5W30, полную Power Synthetic'у, так что, кто знает. Но сейчас заведу двигатель, вы послушайте, посмотрите, как происходит холодный пуск двигателя. Машина стояла больше 12 часов. Сейчас посмотрим. Сейчас покажу, сколько на градуснике. Так, в данный момент у нас 2 часа дня с лишним. На градуснике минус 17 градусов. Сейчас я телефон положу рядом с двигателем, чтобы было все видно и слышно, так сказать. Все, к двигателю. Телепортируемся. Так, ну все, смотрите, я пошел заводить. Слушайте то. Как-то так вот завелась. Liqui Moly лучше. Масло было лучше. И заводилась она намного легче. Минус 17, она бы сейчас просто быстренько бы завелась. И у меня еще стоит датчик, так сказать, я сделал, чтобы было видно давление масла. Тут, наверное, ничего не слышно. Да? Машину, то есть двигатель я закрываю войлоком. Вот. Намного меньше остывает. И дольше, так сказать. Вот. Вот здесь вот у меня иконочка сделана, еще одна, которая показывает давление масла. Вот сейчас я заглушу и покажу вам. Вот смотрите, она чуть не загорелась. А вот загорелась. Вот видите, иконочка, шестереночка. Она показывает давление масла. Как только машина завелась, она еще горит несколько секунд и тухнет. Вот на Liqui Moly было практически сразу же она тухла. Сейчас я заводил, она горела в течение 2-3 секунд точно. То есть масло все равно намного гуще, чем ликвидское. И замерзает, мне кажется, сильнее. Вот, запускаем. Вот видите, оп, потухло. Вот, так как наша иконочка, которая стандартная, показывающая давление масла, она работает там от скольких-то тысяч, что ли, я где-то это читал, не помню. Вот, я себе сделал такую вот еще. Кому интересно, пишите в комментариях, я расскажу, как это сделать, куда подключить. Все это очень просто, все это подключается в приборке и ставится светодиод, или он уже там есть, я не помню. Вроде бы он там есть уже, то есть мне осталось только подключить детальку. Там собирается вообще на нескольких элементах, но зато я в режиме онлайн вижу давление масла в двигателе автомобиля. Даже, допустим, на светофоре трогаешься, либо еще что-то, да, обороты упали резко, она чуть загорелась, что давление масла маленькое стало. Ладно, оценивайте данный видос, ставьте пальцы. Дизлайков побольше, все-таки это Лукойл. Обосрите его. Вот. Не знаю, посмотрим, как эта зима это покажет. Сейчас еще, вот я покажу, сколько я проехал. Тут, наверное, не видно будет до замены. А, тут еще только все сброшено. Вот. Так что посмотрим, сколько будет. Я еще сервисный интервал изменю. 1000 на 6, наверное, 5 буду менять масло данное. И будет видно. Но пока по Лукойлу двигатель работает намного тише, мне кажется.
Ну и вязкость тут совершенно другая. Посмотрим, что будет. Ладно, все, видос уже длинный. Все, всем спасибо за просмотр. Пока.